Всем хрю, с вами Бига Хрю. Ребята, меня пригласили поучаствовать в эксперименте. И вот я уже пришел по координатам в назначенное место. Давайте будем заходить. Тук-тук, кто-нибудь есть? Да-да, проходите. Господи, как у вас тут цвето. Заходите за ширмочку, раздевайтесь, сейчас займемся вашими полипами. Что? Какие? У меня нет полипов, мне не надо раздеваться, меня на эксперимент какой-то позвали. Так вы на эксперимент. Хорошо, хорошо. Вот проходите и ложитесь. А что за эксперимент, вы не расскажете? Рад представить вам свое изобретение — машина времени. Мы отправим вас во вчерашний день, и вы должны будете сообщить мне парочку цифрок, чтобы я удостоверился, что это именно вы. А, хорошо. А это безопасно, вы уже на ком-то пробовали, меня там не разнесет в клочки, да атомы меня не разобьет там на молекулы. Безопасность обсудим чуть позже. Для начала запомните циферки. Хорошо. Да вы диктуйте. 359-250-3256-329. Ложитесь. Я не успел. Ладно, фиг с тем. Как люди дальше скажу? Смотрите, если что-то пойдет не по плану, вам нужно отправиться как можно дальше во времени и найти меня, я все исправлю. Куда отправиться? С чего? Кого? В общем, запускайте нафиг эту шарманку. Полезное, кстати, изобретение. Если я забыл, где спрятал свои желуди, то легко смогу в будущем телепортироваться в прошлое и находить их. Вспоминать, где я запрятал. Вы там только это, не напутайте ничего. День первый. Подопытный первый. Приступаем к первой фазе. Как это первый? Я что, первый? Так, показатели в норме, все хорошо. Я что-то колбасить начинает нормально так. Приступаем к фазе 2. Что за фаза 2? Замечаю некоторые странные изменения. Вроде бы все нормально. Вы телепортируетесь? Что за фигня? Некоторые показатели выходят из строя. Ничего страшного, продолжаем. Так, приступаем к третьей фазе. Все нормально, все хорошо. Отпустите меня! Ой, черт! Все пошло не по плану! Вырубаем! Ау! О, ребята, куда я попал? А, тут какие-то кости лежат мамонта, походу. Я чё, в прошлом? Пипец. Так, у меня есть какая-то книжка. Называется «Машина времени». Эксперимент пошел не по плану. Я успел отправить тебе это послание. Чтобы попасть в свое время, тебе нужно добраться до будущего и найти машину времени. Чтобы перейти в следующий временной отрезок, тебе необходимо повторить события прошлых лет и выполнить несколько заданий. Главное, никому не сообщай о своем происхождении. То есть мне нельзя говорить, что я из будущего. Итак, мои задания. Победить мамонта, победить тигра, захватить лагерь разбойников. Ой... Так, значит, победить. Это что такое? Ребята, какой-то звук. На меня птица какая-то напала! Какая-то птица большая, блин, кто это? Ой, у нее вообще урона очень много. А, кто-нибудь, помогите! О, человек! Человек бегает! Человек с копьем! Давай! Фух, он меня чуть птицу уже здесь не убила. Прошло вообще страшно, ребята. Огромная птица двухметровая, может подойти убить. Здравствуйте. Ука. Ой, кабанин, язык не понимает русский, блин. Ука. Чего ука? Хрюка ты. Ука. Буба-ука. Это ты, я ваш, я... Ты что, дурачок, что ли? О, я стал его понимать. Кабан, ты что, забыл наш клич боевой? Добрый, ты-то что тут делаешь? Я в эксперименте участвую. В смысле? Мы вообще-то на мамонта охотимся. Где твоя броня? Что это за костюмчик? Какой мамонт? Какая броня, костюмчик? Что это за тряпки? Где твоя костяная броня? Добрый, а ты что обо мне знаешь? О, ты дикий кабан. Вырос он в той деревне. Он в той деревне вырос? Тебя приручили. Меня приручили? Что? Кто? А люди кто? Блин, так, значит, это да, значит, добрый из прошлого. А получается, мне нельзя спалиться, что я из будущего. Значит, я родился в той деревне и... А сейчас какой год? Кого? Год сейчас. Какой год? Давай, не придумывай. Где твоя броня? Так и знал, блин, что потеряешь. Потерял, блин, извиняюсь. Костяной брони у меня нету. Это что, из каких костей? Мамонта, что ли, у тебя броня-то? Вот тебе, держи. Отлично. Так, ребята, нам выдали броню. Все, теперь мы в костях. Копье-то хоть не забыл? Попахивает немножко дохлым мамонтом в шлеме. А что? Копье? Нет, у меня нет копья. Да господи, забыл. Ты что, мы же на мамонта идем. Вот, держи парочку. Как только копье. Ладно, так, у меня что по заданию-то? Победить мамонта. Так вот, он уже побежден же. Вот, лежит, дохленький.
Да нам нужно мясо! А, мясо добыть в деревню, хорошо. А ты ж свинину не ешь, приходится мамонта мочить. О, получается, я и в прошлом не ел свинину. Ну и правильно, ну и хорошо. Да, ай, бей пингвина! Нет, я не буду пингвина убивать! Ты чё, не ошалел, что ли? Ты вообще пипец дикарь! Там саблезубый тигрь, вот и разомнёшься. Ну-ка давай, погнал! Так, по заданию мне нужно победить тигра. Саблезубый тигр — это тот же тигр. Нет, это не саблезубый тигр! Это саблезубый тигр! Собака какая-то, сбив ними. Ай, блин, походу реально тигр, ёлы-палы. Отстань нафиг. Вау, фига себе разомнёшься. Он вообще лютый. О, красава. Так, ребята, видимо, первую часть задания я выполнил. У меня осталось полздоровья. А я чё? Мамонт, блин. Вот мамонт, пойдём. Слушай, давай помогай, потому что мне здоровья что-то не немного совсем. Тихо, с ним надо аккуратней. Давай его обойдём, чуть-чуть обойдём. Да тихо, да не стреляй, тихо. Может быть, он сейчас тоже. А! Давай, погнали! В атаку! Давай! Забрасывай по коленям, давай! О, отлично! Мамонта замочили, блин! Мясо! О, чё, наелся? Всё, теперь можно отдыхать целый месяц. Вот, держи бивни, мамонта. А ты не знаешь, где тут разбойники находятся, лагерь? Есть какой-нибудь? А ты что, хочешь туда разбойников пойти? Да, а пойдем со мной? Разбойников надо победить. Ну пойдем, что делать-то еще? Ты отведешь, знаешь, где они? Ну да, на вулкане. О, подожди, там какая-то деревня. Это наша деревня, ты что? Слушай, наша вон там. Это тоже наша. О, у нас что, много деревень? Ну да, нам нужно на вулкан. Кстати, интересно, как живут жители в прошлом? Да сейчас, пойдем. Я в деревья заскочу только. Ой, ничего себе, у них тут дома. Бивни, все, в бивнях у них мамонта, кости. Вот житель бегает доисторический. Торгуешь чем? Нормально, кстати. Тем же самым торгует. Ну о. Ты чем там занимаешься-то? Если тебе сильно нужно, сходил бы под кусты. Да нет, я так, пиво просто пробегаю в деревню, я не по нужде сюда зашел. Так вон вулкан-то, скорее всего. Нам через деревню надо было пройти. Так, как же тут живописно. Огромные скалы, горы, лес кругом. Блин, а вулкан-то далековато. О, тигр, ну, давай, тигр, Аван. Нет, я не хочу больше с тиграми драться. Это ж твое любимое развлечение было. А, мое любимое развлечение, да, точно. Главное, чтобы он не подумал, что я. Это не я. Вернее, это я, но... О, а вот это носорог, вот это уже моя. Что не из будущего? Вот, давай. Оба, а ну. Он огромный вообще. А ну, пошел сюда. Носорога реально валит. В одного убил его, блин. А тут... Тут надо реку переплывать, добрый! О! Ну чё, поехали! Добрый, ты чё, на мамонте, что ли, уже? Ну да, это мой личный. Поехали тогда, всё, я залез. О, поехали! О, мамонты вообще плавают! Ну, вроде да, я первый раз. Чё за бешеную скоростью мамонта? Ну, если честно, то он не сможет залезть на вулкан, он слишком тяжелый. Да вроде неплохо справляется, ты посмотри. Ну, дальше придётся самим, сейчас немножечко подлезем. О, все, кажись, дальше не залезет. Сколько еще это? Мы уже забрались, я не знаю, на самую верхушку. Да вот, куда? О, ничего себе, у них тут прямо в вулкане, что ли, деревня-то у этих разбойников. Ну да. Сейчас мы им зададим. Это мы, получается, какое... Аккуратнее, они могут кинуть тебя. Нам надо полностью лагерь их добрый разворошить. А зачем? Разбойники-то плохо. Они терроризируют явно наши дома. На деревню я нападают постоянно. Ничего сложного. В смысле ничего сложного? Это разбойники, дикие ребята. Да где они лохи? Них, никого нет. Да вот они внизу прячутся. А чё он рядом ставит-то купается? Опа! Аккуратно! Ну, разбойники вроде те же. Внизу! Все так же с лука стреляют, как и в нашем времени. На! О, красава! Как старые добрые! В атаку! Их тут много, блин! О, да! У них тут целый орден! Какие-то флаги! Давай, мочи их! Раньше у разбойников, кстати, были какие-то метки на флагах. Вот длани. А сейчас... Сейчас ни одного символа нет. Так, все что ли? Еще есть верхний этаж. А, щенит! Босс мафии! Все. Ой, ну все, в общем-то и захватили. Коман, ты где? Да я здесь, ты чё? Опа! А?
Куда попал на этот раз? Что за место вообще такое? Мужик какой-то сидит. О. Что это за поведение при его величестве? На кол его! Куда я попал? Средневековье, что ли? Нет, нет, ваше величество, он просто только что с битвы вернулся. Ему там гоблины по голове надавали, все с ним хорошо. Все нормально, гоблины, говорите, да, ваше куда... величество. Блин, Да заткнись, кабан! Ну раз с битвы, тогда ладно. Для вас будет задание. Вы должны защитить замок и разрушить замок гоблинов. Все ясно? Да, ваше величество. Да, все понятно. Блин, так, у меня есть книга, в ней написано, если у тебя получилось попасть в средневековье, то здесь все проще. Потом пойдем. Фух, ну все, мы вроде вышли. Так, что у меня в книге-то? У вас что, совсем что ли мозги отбило? Вы что творите-то? Сэр добрый, можно я книжку почитаю? Нас вообще задание открыли. Ну ладно, почитайте 5 минут. Сейчас, у меня быстро. Если у тебя получилось попасть в средневековье, то здесь все проще. Просто выполняй указы короля и сможешь попасть в следующий временной отрезок. Ну ладненько, значит, король дал нам указ защитить наше поселение, в атаку! Да блин, да я ж только что с битвы там какой-то... О, меч гоблины. А, блин, почти сломанный, ну ладно. О, сейчас еще поновее выпадет. Держись! Ворота закрываем нафиг! К нам тут пробираются! Уже пробрались! Вперед, добрый! Это замок орков! Гоблинов! Да тихо ты, подожди, нужно подготовиться! А к чему готовимся-то? Да к войне с гоблинами! Фига тут ресурсов в бочке лежит! Где твое оружие? В смысле, вот, меч. О, господи, опять ты своей палкой железякой ходишь! Вот, возьми нормальное оружие! Какое тебе? Биг меч! Большой меч! Большой меч, ты уверен? Да, и копье хочу! Ты пол дружины нашей разрубил в прошлый раз. Бахалом. Это была случайность. Я перебрал кабаньи настойки. Ладно, на, держи. Вот это мой размерчик, обожаю средневековье. А копье еще есть. Да ну куда тебе? Сразу два оружия, ты че? Буду нет, сразу в двух рук возьми. Сражаться в одно копье, в другой меч. Все, вперед! Так, кабан, кажется, тут готовится какое-то вторжение. Черт, мост сломался! Как его нельзя закрыть! Нам нужно сейчас оборонять замок от нашествия гоблинов! А кабан, где они? Не вижу никого! Садись за большой арбалет! Большой арбалет сел. Идет что ли кто? Ой, ожидаем. Мост упал! Я уже их вижу! Стреляю! Черт, не починили еще! Да ну нафиг эту штуку, она плохо работает! Вперед! Будем сражаться по старинке! В атаку! Давай! А, черт! Спасибо, ой. Я же тебе говорил, аккуратнее махай мечом своим. Дико извиняюсь, убил случайно доброго. Так, значит, нам нужно разрушить замок. Добрый, я сажусь за катапульту. Да подождите, нужно же подвести пока. Это все. А, кого? Так везу. Катапульты, давай. Повез. Главное, чтобы их не разрушили, пока мы не начали стрелять. У них там есть король-то какой-нибудь? Я без понятия. Это же гоблины. Стреляю! Я давай, уже давай, напугай их немножко! Фига напугай немножко, я им тут уже базу сташу! Нормально, кстати, так сташу! Давай, погнал! Еду прямо в дутую так, базу! Так, баба, тебя сейчас разрушат там! Ничего страшного! О, я вижу их спавнер, где они появляются! Ой! Доигрался с катапультой. Ну, я ж тебе говорю, кабан, слушайся, ты куда побежал? Я надеюсь, ты починил наш таран. Куда таран есть? Я нашел еще одну катапульту. Ой. Это моя. Фига, о, это что такое? Она вообще мощная, она какими-то огненными зарядами стреляет. Так, кабан, давай подвинься. Ты еще подъехал, что ли, на какой-то? Ты где? А вот я. Ой, это осадная башня, это не таран. О, реально таран. Офигеть. Прорубай нам путь к победе! Давай, кабан! Как это нафиг ломается? Слушай, не ломается! Ой! Они нужно тут пошли в атаку! Нужно сломать опоры замка, и он разрушится! А где тут опоры? Тут замок на полу же стоит! Ой, как сложно в средневековье! Да тут катапульта хорошая, конечно! Правда, проезжает плохо! Гоблины, ребята, так. Отстаньте! Ладно, пришло время немножко зачистить замок! Побежали! Внутрь! Вперед! За короля! Кабан, доставай кирку, ломай! Нет кирки, блин! О, господи! Тут их вообще много на втором этаже! Вместе с зомбиками! Хорошо, что в нашем времени нет орков! Видимо, с ними расправились в средневековье! Господи, вообще огромные какие-то халки! Ой, я сейчас умру так! Ну, нельзя умирать! Тё, кирка готова!
Добрый, давай быстрее, тут на втором этаже вообще какие-то полубесы, полумраки, очень страшные, сильные еще. Бегу! Так, поднимайся в самый высокий этаж. И тут у нас тоже спавнеры, но пока что-то никого нету. Ой, лучники! Короче, вот в этих бочках лежат сокровища, так что можешь собирать. В бочках? Ой, ребята, алмазы. Алмазы! Давай, прикрой меня, я сделаю быстренько алмазный шлем. Так мог бы просто сломать спавнер, блин! Да не ломаются они под защитой мага! А какого мага еще нафиг? Я-то откуда знаю? Где этот маг? О, так, я вижу наш шанс. Алмазный подожди, сейчас иду, сейчас. Где? Вон. Кто там? Ну вон внизу динамит, не видишь, что ли? Подожди, не взрывай только! Я его сейчас к черту на куличке отправлю, давай зажигалку! Подожди! Нужно чуть-чуть огниво. Чуть-чуть продумать. Поставим побольше, уничтожим хотя бы пару башен. Давай-давай, покучнее их ставь. Вот рядом с этими тоже. Давай прикрывай, блин, чтобы их не сломали. Понял, слежу. Так, албасики тоже заберем. Хотя зачем они мне? Меня же все равно куда-нибудь в будущее отправят. Ну чё, добро, ты там закончил подготовление-то? Сейчас, секундочку. Почти. Зажигаю кабан. Убегай. А далеко бежать-то? Много динамита-то хоть? Достаточно. Ой. Много. Ой. Там взрывается, да, все? Да, ой, да. Ой, нафиг, блин. Ой. У них хорошо весь зал взрывается. Ты сколько там заложил-то хоть? Давай, кабан. Нужно уничтожить остатки. Да я не знаю, если тут будут ли вообще не остатки эти. Это же... У них тут вообще всю хату разнесло к чертям собачьим. Это что такое? Аккуратней, тебя может завалить. Нормально. Ай, и не такое терпели. Ну все, пошли, что ли, задание выполнили. Кабан. А? Ты где? Блин. Кабан. Опять, блин, начинается. Опять, что ли, где-то появился? Ой, ой, это что такое? Это что за робот мне нападает? Ай, да где я, блин? Ой, он меня почти убил. Это что такое? Роботы какие-то. Они сражаются. Тут друг с другом. Он каким-то молотком бьет. Господи, что это за место такое? Кабан, ты что тут бегаешь? Добрый? Ну да. Ты что, в робота залез? Это что за робот вообще? Так это броня моя. Ты что? А где твое оружие? Блин, да я дома все забыл. А мы куда вообще собираемся-то? Я головой ударился, ну, пока шли. Господи, кабан, ну опять ты. Вот испокон веков кабаны все время все забывают. А, да повезло, что я взял. Вот, держи. Это ты что такое? Ага, это кирка электрическая, да, точно. Вот твои любимые кулаки. Как же я мог забыть свои любимые кулаки дома, да? А что они делают? Телепортер. Телепортер, ребята, походу мы в очень далеком будущем. Тут уже какие-то... Ух ты, господи, чуть свинью не убил. Хотя может она не... Ух ты, ай! Так, аккуратненько, кабан, давай, покажи, что можешь. Господи, это катана, этот меч, он воздух разрезает. Все нормально. Вау! Ничего себе, вот эта кирка! Да, походу сильно ударился. Да, подзабыл все. Короче, нам нужно захватить ту базу. Ага. Нам нужно найти транспорт. У нас транспорта типа нету, да? Ладненько. Блин, ты посмотри, тут сколько роботов-то разных, вообще как справимся-то? Аккуратнее! Ой. Так, давай, я первый залетаю, ты прикрываешь, как обычно. Хорошо, я буду прикрывать тебя с меча. Да, тут меч — это дальнобойное оружие в будущем. Черт, они так нормально броню ломают, сильные попались. Слушай, это возможно я мечом ломаю. Так не ломай, кабан, господи! Так ты огромный, как нехуй! Тебе броню сломали! Ты что, из глаз стрелять, что ли, умеешь? Ну да! Да пипец! Какие сильные! Собирай быстрее оружие свое! Вещички! Мои вещички где-то? Где? Вот, кирка, сюда иди! Очень сильные мобы здесь! Надо реально с меча прикрывать! У тебя глаза даже блоки, что ли, ломают? А ты что, даже шлем свой забыл? Да, немножко подзабыл. На, держи! О, спасибо! Да помогите кто-нибудь! Жучара какой приставучий! О, еще комплектик! Все, так, как ими там стрелять-то, я тоже забыл. А, все, разобрался! А ну, слушай, глаза-то чуть не очень-то сильные. Еле робота убил. Надо ими попадать! Ну, если попадать, то, может быть, и убью сразу. Это что у нас? Ой-ой-ой, опять эти роботы маленькие, красные, противные. Если ими пользоваться во время стрельбы мечом, то, в принципе, даже неплохой урон такой. Нормально! Добрый! Иду в лобовую! Перчатками! Давай! Не, ну его прикрываю. Нафиг, у меня одно сердце осталось. Не-не-не-не! Все, мы почти справились, кабан! Вот наш корабль! Полетели, ёкарный бабай! Запрыгивай!
Добрый, походу, без меня. А, нет, все, поехали. Давай, вези меня. А куда едем-то? Так базу нашу отбивать. У нас что, базу захватили еще? Ну да, Кинг-Конг вонючий. Кинг-Конг вонючий. Ладно, поехали додерем ему задницу. А вот и наша база, кабанчик. Подлетаем. Приземляемся. Че ее, Кинг-Конг что ли у нас забрал, да, говоришь? Сейчас все узнаешь. Ай. Так, аккуратненько. Пипец, у нас, конечно, база в будущем, ёлы-палы. Кинг-Конг перепрограммировал всех роботов, и теперь они против нас, и защита базы тоже. Так что аккуратнее не подходи. А у нас что, какая-то защита классная на базе? Ой! Ну, не видишь, что ли? Блин, о, слушай, сломать можно. Хорош. Так, главное, что вот эти вот штуки не попадись. Так, капканы какие-то тоже электрические. Ой! Ай, чёрт! Ломай! Я не могу! Всё, сломалось. Отлично. Так, выбираемся. Ну, Кинг-Конг. Ходит говнюк. Там танк какой-то огромный стоит. Тихо, да-да, нам, может, он поможет. Так, пока Кинг-Конга нету. Кабан-детекторы засекли Кинг-Конга. Он где-то там. У него здоровье появилось. Так, тихо. Танк работает. Что-то он как-то странно стреляет. Не работает, видимо, так аккуратненько. Где он? Он на базе внутри, что ли? Ай! Нет, он справа. Где-то там. Вон он. В атаку! Господи, за базу! Помилуй! Давай! Ой, черт! Давай, мочи сейчас его, мочи! Кулачками! Давай, лазеры! О, нормально получается, давай! Вдвоем мы его замочим! Ой, черт! Я не знаю, что аккуратнее, он делает! Аккуратнее! Да ты сам под огонь не попади, смотри! Воющий Кинг-Конг металлический, блин! Так, ладно, ставлю робота! Сейчас мы его накостыляем! Давай! Давай, кто кого! Давай! Чуть-чуть осталось! Фух! Ну что, база свободная? Да, осталось только перенастроить систему. Так, ну все, перенастраивай. А у нас есть этот телепорт на базе? Не знаешь? Телепорт? Так у тебя же есть телепортер. Не, в будущее, в прошлое там телепортироваться. Есть? И зачем? Да надо в прошлое сгонять. Или еще куда-то. Да слушай, вроде была такая штука. Книжки-то у меня, кстати, нету, ребята. Никакого послания от ученого. Я даже не знаю, что делать. Наверное, просто надо найти телепорт. А где он? Не подскажешь? Да слушай, не очень-то помню. Сейчас... так вот они. Ну все тогда, давай. Запускай меня. Один, что ли? Ну можешь в другую залезать. А, так мне надо запустить тебя. Запускай. Я, конечно, в этом не спец. А тебя куда вообще? Да куда-нибудь запусти там. Так тебе же надо куда-то в определенное место. Ты ну давай странный. Прошлое. Прошлое? А куда? Ну за 24-й год, 13 февраля. Ну ладно, если нужно, сейчас запустим. Ну только 2024 год, и не просто 24-й. Я не хочу в крестовый поход идти. Так, сейчас, секундочку. Блин, гребаный Кинг-Конг тут все поломал. Телепортнулся сюда обратно, наконец-то! А чё тут ничего нет? Вот она, моя первая лаборатория. Эй, ты чё тут всё развёз? Такой? В смысле кто? Ты меня отправил в будущее или в прошлое, во времени куда-то, непонятно. Я ли вернулся, блин? Ты чё такое несёшь вообще? Да ты меня отправил, сказал код запомнить. Блин, я забыл. Куда там я 3-5. Я только лабораторию построил. Да ты ее уже достроил и уже меня отправил, и у тебя там все сломалось. Так что можешь не строить ее больше. Ну хорошо, у меня есть секретный код на такие случаи. Раз уж ты знаешь, что я занимаюсь машиной времени, назови ко мне код. Ну там 3-5-0. 6, 2, 9. Давай. Да я не помню, блин, ты мне его один раз назвал очень быстро, на 3-5 начинай, я не помню. Такое. А ну иди сюда. Да все, отстань. В общем, ребята, не путешествуйте во времени. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, всем пока. Большого времени вам всем, пока.